Здравствуйте! В нашем выставочном комплексе появился новый автомобиль Honda Stepwagon. Машина 2009 года выпуска, рестайлинговая версия, и она с полным приводом. Это очень важно. Машина в очень хорошем состоянии. Совсем недавно пришла из Японии, она без пробега по России. И сейчас я вам про нее расскажу. Состояние лакокрасочного покрытия автомобиля в отличном состоянии. Нет царапин, нет сколов. На капоте точно так же все в отличном состоянии. То есть часто камешки прилетают, здесь этого нет. Комплектация нашего автомобиля предусматривает поворотники в зеркалах. Выглядит достаточно стильно. Ну и самое главное, поворотники лучше видно другим участникам движения. Машина из Японии пришла на всесезонной резине липучка. Достаточно глубокий протектор еще у нее, то есть она походит еще несколько сезонов. Машина на стальных колесных дисках с оригинальными хондовскими колпаками. По передку машины вопросов нет никаких. Как я уже сказал, лакокрасочное покрытие на капоте в отличном состоянии. Фары не затертые, то есть их полировать не нужно. Часто встречается именно на Honda Stepwagon появляются потертости вот в этих частях. То есть именно, ну, как бы, я не знаю, отмоек, наверное, появляются они. И с ними сложно бороться. То есть нужна именно качественная полировка. Здесь этого нет. То есть наш Stepwagon в этом плане в отличном виде. Идем дальше. Решетка радиатора, она хромированная. Ну и она без сколов. Большой хондовский знак. Ну, все это в отличном состоянии. И сам бампер. Снизу вот, ну, имеет здесь небольшую царапку, в целом все хорошо. Ни один элемент по кузову не красился, то есть это можно проверить специальным прибором. Что еще? Здесь стоят оригинальные японские дворники. Они отличаются формой вот такой. Они бескаркасные. Такие дворники, если покупать просто в магазине, стоят, ну, вот один такой в районе 1000-1200 рублей. Часто бывает, что из Японии, когда машина идет, их кто-то забирает себе, то есть в пути там где-то во Владивостоке, на таможне, может быть, здесь они есть, и они в хорошем состоянии, отлично очищают стекло. То есть автомобиль комплектован как надо. Также комплектация нашего автомобиля предусматривает достаточно качественный свет. Установлены ксеноновые фары. Ближний свет именно такой. Сейчас я включу их. Вот ксенон загорелся, нагрелся. Отлично освещает дорогу. Ближний свет достаточно мощный. Он галогеновый, но освещает дорогу просто изумительно. Состояние салона просто идеальное. Ткань достаточно качественная, она без потертостей, без порезов. На полу лежат оригинальные коврики специально для этой машины. Они точно так же в порядке. Наш автомобиль 8-местный. На втором ряду имеется подлокотничек. На первом ряду точно так же есть два подлокотника. Водительское сиденье в идеальном состоянии. В комплектации нашего автомобиля есть регулировка сидения по высоте, то есть любой водитель найдет для себя удобное положение. И руль он регулируется сразу в двух плоскостях, на себя, да, и вверх вниз, то есть вот так вот он регулируется. Можно сделать все удобно для любого водителя. Что еще? Комплектация нашей машины предусматривает левую электродверь, то есть здесь вот кнопочка есть управления, и можно отключать. То есть на зимний период я бы даже рекомендовал отключать. Вот, все это работает. И правая дверь, она без электропривода, но она с доводчиком. То есть она вот сама подтянется.
Вот она подтянулась электромагнитами специальными. Из Японии с машины пришло сразу до ключа. Это очень хорошо, часто бывает, приходит один. Кнопки открытия-закрытия, и здесь есть кнопочка открытия двери. То есть можно дистанционно дверь открывать. Немножко подзатерлась, но ничего, она работает. Еще раз хотел бы обратить ваше внимание на наличие оригинальных ковриков в салоне. Они просто в идеальном состоянии, даже с надписью «Stepwagon». Все это к месту, под ковриками, все точно так же в идеале. Ну и посмотрим, что мы имеем еще по комплектации. Из Японии машина пришла с монитором. На этот монитор выводится изображение с камеры заднего вида. Здесь также климат-контроль есть, то есть кнопочки управления, все на панели. Подогрев боковых зеркал, важная опция. Дизайн интересный. Что мы имеем? Есть еще кнопочка экономичного режима, то есть когда вы включаете кондиционер, можно ее включить, и машина будет меньше требовать топлива. Ну, при этом она, конечно, будет послабее ехать, но сэкономите на топливе. Что еще? Ну, руль очень приятный, хоть он и пластиковый, он приятный на ощупь, в отличном состоянии, не затерт. Сам Honda Specialic, он немножко с потертостями, но это болезнь, по-моему, всех Honda из Японии. То есть вот именно хром, он достаточно быстро стирается, лак на нем быстро уходит. Но в целом тут все хорошо. Подлокотнички, про которые я уже сказал, имеются. Все работает, не затерто. В целом по салону претензий нет, потолок точно так же в идеальном состоянии. На стеклах, на лобовом стекле нет сколов, все стекла родные здесь стоят, машина безаварийная. И отличительная особенность нашего автомобиля еще в чем? Чаще всего машины встречаются с вот с этим элементом другого цвета, то есть он серебристый идет. Здесь же он такой кремовый цвет у него. Достаточно интересно выглядит, интересное решение. Ну и в целом машина отличная, беспробеговая, полноприводная. Находится по адресу улица Фрунзе 61/2. Это наш автосалон RDM Import. У нас большое количество машин в наличии. Приезжайте и покупайте их. Всем пока!